about the forests? No. Команда КВН «Прима», город Курск! Привет, друзья! Как настроение у вас? Вот мы прежде чем сейчас перейдем к очередному этапу нашего выступления, то, видимо, разбимся, да? Да, привет! Здорово! Скажите, а есть курчатовцы здесь? Я! Курчатов здесь, да, друзья, просто наш город имеет непосредственное отношение к мирному атому. Мы живем недалеко от Курчатова. Сегодня об этом будет много шуток, но... Мы к чему сейчас переходим? Давай разминку проведем со зрительным залом и с Курчатовым в том числе. А вы готовы сейчас поиграть в разминку? А, Вань! Давайте, подготовьте вопросы для нас. Друзья, все, что требуется от вас, поднимать руку, я буду подходить к вам с микрофоном. Задаете вопрос, ребята думают ответы, и, собственно, если несколько ответов, значит, несколько раз придется задать вопрос. Все очень просто, есть желающие, ничего страшного. Я даже... Вот, молодец. О, боже мой. Давайте пока поаплодируем обе команды, стоят на сцене. Привет. Задавай вопрос. Как заставить после обеда мыть посуду? Нет, ты не уходи, подожди, ладно. Как, давай даже ближе, чтобы тебя видели. Мне интересно, как такой человек вообще может задавать такие вопросы? Мне кажется, я бы ему не отказал и все помыл сразу же. Но, в общем, как бы сейчас посмотрим. Смотри, ты в камеру попал. Со мной это нормально. Давай. Задавай для Смоленска, повтори, пожалуйста. Как заставить после обеда мыть за собой посуду? Ты их, значит, ты их сначала заставь есть этот обед. Мы тоже так хотели ответить, Вань, давай другой. Хорошо, а пока куряне не хотят, вот молодой человек. Слушайте, ребят, здесь, пожалуйста, шутите осторожнее, потому что я нахожусь в непосредственной близости от радиационного фона, скажем так. А, пожалуйста, Квашин Александр, ООО Квашин, хорошо. Кваш, здесь опечатка? Здесь опечатка. Руку можно опустить, мужчина. Давайте, задавайте вопрос. Непосредственно я из Курчатова задам вам вопрос. Человеческий разум расщепил атомное ядро. К чему это? Александр Квашнин, как это, а? Вот сейчас Смоленск первый ответит. Пожалуйста, повторите вопрос. Человеческий разум расщепил ядро. Почему бы это? А мне кажется, ты в палаточке бутылочку расщемил. Давай еще. Вот сейчас куряне ответят. Пожалуйста, повтори. Человеческий разум расщепил ядро. К чему бы это? Дружище, ты из Курчатова ехал, чтобы эту хрень спросить, да? Так, еще очередной вопрос от молодого человека. Задаем, пожалуйста. Как зовут жену овцы быка? А тут с девушками проблемы, я так понимаю, да? Не спешите, молодой человек, который интересуется супругой овцы быка, пожалуйста, повторите для курян. Как зовут жену овцы быка? Елена Батурина. Так, вот, я давно ждал интересный вопрос от девушки в панамке, пожалуйста. Курчатов от Менделеева. Парни, залазьте в Википедию, я потяну время. Сейчас, давай, ага. Тяни. Макс, давай танцевать. Давай, врубай. Значит, меня всегда интересовал вопрос, чем отличается Курчатов от Менделеева. А, Макс, спасай. Спасибо. Повтори еще раз. Ты про что, про танец? Да. В чем отличие от Менделеева от Курчатова? Я так понимаю, тут еще и с парнями проблемы. Давай дальше. Понял, идем дальше. Вот. Пожалуйста, можете привстать, чтобы они вас видели. Задавайте. Завтра у нас уроки инновации, а я дежурный. Что делать? С доски сотри. Давай, повтори, пожалуйста. Сотрешь.
Давай, повторяй. Завтра у нас уроки инновации, а я дежурный. Что делать? Вот кто посуду после обеда мыть будет. Папай морячок интересуется. Кому на Руси жить хорошо? Вот хороший вопрос. Все хотят сейчас. Я подойду и к вам. У всех будут варианты. Пожалуйста, задавайте еще раз. Что, все? Да? Аплодисменты этому человеку! Обладатель самой модной пенки здесь сейчас интересуется, пожалуйста. В России столько красивых мест, но почему для форума выбрали черные грязи? Да, интересный вопрос. Почему для этого форума было выбрано именно это место? Ну, сейчас, собственно, может быть, вот Толян сейчас ответит. Пожалуйста, задавайте еще раз. В России столько красивых мест, но почему для форума выбрали черные грязи? Какая разница, где бухать? Это ответ Толика, не наш. Это ответ Толика. Это девиз Толика вообще. Его образ жизни, да. Вот, специально для тебя. Пожалуйста, следующий вопрос задавайте. Внимание, вопрос. Практический вопрос. Как у прожженных КВНщиков, где по утрам молодым атомщикам брать энергию? Для учебы и всего остального. Но, видимо, в минералке. Будут? Куряне сейчас? Нет? Нет, не хотят. Ну вот, видимо, в минералке, я не знаю. А смоляне решили так, сейчас я между вами проскочишь и голышку. Итак, тоже вставай, чтобы тебя все видели. Тебя столько людей сейчас снимает, поэтому попробуй только плохой вопрос задать. Давай. Если петрушка наркотики, то кто 146 миллионов населения России? Вот я говорил, что надо сразу снимать того человека. Повернись туда сразу же. Вот где энергию черпать по утрам можно у человека, спросите. Если петрушка наркотики, то что, где, что делать? Тогда кто 146 миллионов? Повторяй! Еще раз сначала повтори, это сложный вопрос. Если петрушка наркотик, то кто 146 миллионов населения России? Я так понимаю, у тебя уже две дырки на бейджи, да? Давайте, наверное, последние 5 вопросов вот так сделаем. В отсчет, поведли. Вопрос Толику. Если бухать запретили, что делать? Толику не раз запрещали. Бухать за петрушкой. Толян, есть ответ, нет? Он да думает. Пьяный. Ну, в общем, как-то так, значит. Идем дальше, осталось 4. Вот. Внимание, друзья. Заградотряд. Нет, говори в свой микрофон лучше. Я тебе свой не дам. Давай. Итак, как вы думаете, за что надо ставить... За что надо ставить дырки на бейджике? Оу, это пропадает периодически микрофон. Может, я сейчас попробую этот один раз. Вот, давай, на этот попробуем. В общем, давайте. Как вы думаете, за что надо ставить дырки на бейджике? А Гох его знает! Друзья, поднимите руки, кто хочет задать вопрос, чтобы я сразу понял. Вот девушка, сразу же сейчас к девушке пройду. 3 вопроса осталось. Давайте интересуйтесь, девушка без дырок на бейджике. Это еще ничего не значит. Здравствуйте. Ребят, объясните, пожалуйста, почему век электронных сигарет Понс и информационных технологий ваши команды называются Прима и Триот-Идиот? Боже мой, одна про Курчатова и Менделеева интересуется, вторая про электронные сигареты. Сейчас парни тут обдумают. Давай, повтори тебе сначала только, полностью весь. Почему век электронных сигарет Понс и информационных технологий ваши на команды носят название Прима и Триот-Идиот? Поставь ей дырку на бейджике, хорошо? Последние 2 вопроса вот так вот. Сейчас вот молодой человек, он давно оттянул руку. И сейчас я хочу, чтобы он задал вопрос. Пожалуйста.
Ребят, у вас в каждой команде по 5 человек, и только одна девушка. Почему вы это? А меня ты не посчитал? Ну ладно. Там по 5 человек. Давай. Повтори, пожалуйста. Вас в каждой команде по 5 человек, и только в одной одна девушка. К чему бы это? А это не девушка, это Олег, он просто от армии прячется. Казаки, я тебя! И для курян, сейчас они ответят, почему так. Задавайте еще раз. Ребят, у вас в каждой команде по 5 человек, и только в одной одна девушка. К чему бы это? Не, у нас была одна, лопнула. Интересуемся. Меня с детства мучает вопрос. Я решил спросить у КВНщиков, почему Земля круглая? На такой радостной ноте сейчас мы и закончим, собственно. Почему Земля круглая? Сейчас парни попытаются ответить на этот вопрос. Итак, задавайте для Смоленска. Еще раз повторите, пожалуйста. Смоленск, почему Земля круглая? А это надо в интернете узнать, которого здесь нету. Наверное, все, Вань! Ну, я не знаю, нет, давай последний, просто кратком нельзя прямо заканчивать. Вот, молодой человек, давай, хороший вопрос и ответы будут тоже хорошие. Задавай. Здравствуйте, вот сегодня на форум приехало очень много атомщиков. А кто остался работать на заводе? Вот, вот смешной вопрос. Кто же остался работать на заводе? Попробуем ответить на этот вопрос. Ну, видишь, сложно сразу, замешательство парней вел. Повтори, пожалуйста, для Смоленска. Здесь сегодня очень много атомщиков, а кто остался работать на заводе? Те, кто не скидывался. Ну что, дорогие друзья, бурно аплодисменты прежде всего все вам и обеим командам. Команда КВН «Привет, идет» и команда КВН «Прима, город Курск». Ну что, форум, как настроение? Выше ручки, ну а сейчас, дорогие друзья, чемпионы высшей лиги КВН